Дорогие друзья, это видео из серии воспоминаний о моей группе «Ассоль», город Моздок. Очередной фильм. Ну, что вот запомнилось? 9 мая, вот представьте, ну вы знаете, кто был здесь в роще. Везде люди, играет духовой оркестр. Вот. А мы выступали также на том же месте, который мы выступали 3 года назад. Вот. Но этого пантуса не было. Вот. И здесь впереди играл духовой оркестр. И пел военный духовой оркестр. И пел мой хороший друг Миша Юдин. Он, у него такие были, он такой баритон у него красивый. И он пел «День Победы», в общем, такие вот. Я в этом видео тоже включу этот фрагмент, где перед нашим выступлением вот этот прекрасный духовой оркестр выступал. Вот. И, значит, потом, когда начали мы выступать, ну, уже мы уже выступали со звуком. Ну, правда, мы его писали отдельно, потому что длинный кабель, чтобы протянуть... видеокабель, видео до камеры, и который пишет на видеомагнитофон, а я сидел сбоку, вот здесь, видите, вот где сам пантус, а то вот здесь сбоку был стол, и я сидел за микшерским пультом. Вот. И слишком длинный кабель, и мы решили так, пусть видеооператор пишет видео и звук, как он пишет на камеру, а, значит, звук у меня пишется отдельно от съемки, ну синхронно, то есть так же, только с пульта, значит, у меня звук пишется на магнитофон. А потом я уже, когда редактировал эту запись, я просто видео, звук этот с камеры убрал, а подставил звук, который писался с пульта большого. И так более-менее, ну, получилось. Ну вот что запомнилось, были парашютисты перед нашим выступлением. Летели парашютисты прям, ну это уже как традиция была, на каждый День Победы здесь прыгали парашютисты. Но одному парашютисту не повезло, вот где вот эта крайняя стенка высокая, вот там мы стояли, тоже выступали, когда, и он что-то не рассчитал, и за эту стенку ударился ногами и туда, в общем, провалился. Ну, это вот такое, что запомнилось. А так было, конечно, шикарно. Все люди аплодировали, эти парашютисты перед нами садятся, значит, так красиво это все было. Им музыка такая играла, сопровождала этих парашютистов. Но, тем не менее, значит, когда был концерт, мы тоже вот такую музыку подобрали, чтобы... как бы удовлетворить, ну, разные слои. Там были и фольклорные вещи, и там современные вещи. Вот. Будете смотреть, ну, люди очень, очень реагировали, тоже так стояли по бокам, правда, все. Большой такой круг. Ходили туда-сюда. Вот. И, значит, мы где-то дали концерт где-то на час, ну, вот, чуть больше. Вот. Тоже мне запомнился этот концерт. Ребята просто отдавались им. Что давали эти концерты и съемки на видео? Во-первых, потом мы смотрели эти концерты, слушали наш звук, смотрели, как мы двигаемся, как мы смотримся. Поэтому эти съемки нам всегда помогали, значит, на дальнейшем о себе делать какую-то оценку только со стороны. Вот поэтому мы много снимались, мы много записывались. И что мне еще запомнилось, где стояли наши клавишники. Значит, Ира Сратян, вот она, наша новая вокалистка, которая участвовала в нашей группе. Прекрасный человек, прекрасная девушка, прекрасно поет. Ну, ей очень удавались песни Успенской, вот такие вот. Вот. И она за клавишем стояла, и мой друг Валера Весенин. И стоял какой-то рекламный эти листы, попросили повесить. Ну, ладно, пусть попросили, ладно, сделали. Вот это запомнилось. Ну, а так, конечно, когда смотришь
наши видео 96 года и 93-го, вот я недавно выпустил видео, то, конечно, много вспоминаешь. Я не могу вам все там рассказать такого, что мы... Но мы в этот момент отдавались полностью музыке. Мы любили все эти годы эту музыку. И вот этот процесс концертов, процесс студии записи, она была у меня дома. Разные концерты у меня будет, видео, как мы сотрудничали с телевидением. У нас много. Потом будем видео, как писали свою музыку, записывали, как это происходило, именно своя музыка. Это впереди будут такие видео. И хочу в заключение сказать, что почему, еще раз сказать, почему я решил сделать видео об этой группе. Во-первых, эта группа была группой новатором. В Моздоке не было такого звучания и таких современных песен никто не пел. Ну, пели, может быть, но они как-то звучали. Но у нас они звучали более продвинутые, более, в общем, с аккомпанементом вопрос был решен. Я, правда, много сидел, много ночами, днями сидел, забивал делал эти фонограммы инструментальные. Правда, когда вот по истечении этих лет еще на свои работы, которые были 30 лет назад, 25 лет назад, вспоминаешь, как ты это делал, конечно, гордость за вот этот труд. И, конечно, команда делала, то есть она записывалась, она снималась, она сочиняла музыку, она была на телевидении сколько раз, на городских концертах. Никакая команда так не выступала и не делала то, что делала группа «Соль». Поэтому «Соль» заслужила то, чтобы про нее в честь ее 30-летия снять какое-то видео, рассказать об этой прекрасной группе. Не то, что она моя, просто это большой коллектив, который участвовал в этом. И когда начинаются мои видео, обратите внимание на трейлер, с которого начинается. Это делал мой брат Сережа, Царство Небесное ему. И там вы по этому трейлеру поймете, сколько моментов, и сколько певцов, и сколько моментов наших съемок и выступлений заложено в нем. Там по маленьким, коротким этим. Поэтому группа, да, действительно замечательная. Она в Моздоке оставила хороший след. Мне часто иногда спрашивают, что а где там та певица или Карина, вот у меня, я о ней сниму отдельно фильм. Вот. И поэтому, а вы когда-то у нас играли на свадьбе, да, а у нас, когда мы были на ваших концертах. Поэтому группа, да, много дела. Мы, правда, много поработали. И при том, я хочу сказать, у меня были непрофессиональные певцы. Конечно, это было сложно, но я их старался подвести к определенной планке, ниже которой нельзя было опускаться. Но насколько они могли подняться, значит, я старался сделать такое вот с ними. И при том еще последнее, что я скажу. Конечно, в этих видео многих людей нет. Там и моздокчан много нет. Смотришь, вот Моздок показывают, кто на наших концертах. Вот этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Но это жизнь. Поэтому смотрите, приглашаю вас смотреть мои видео. Там вы увидите много. А у меня очень большой объем видео, которые мы наснимали. Поэтому мне есть что рассказать. Не только про группу «Соль». Поэтому смотрите этот концерт. И я вас благодарю за то, что вы смотрите это видео. И вообще все мои видео. Спасибо. Радость со слезами на глазах. Весна 45-го года, так ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад.
На старой израненной битве гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы, Дубна. Он цветущий и поющий яркий мак. Вихрь вился, словно в вальсе, сквозь года. Вдохновенно и смело солдатским вальсетом звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам страус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Начинается рай.
всегда. А на лагуну опускается туман, и где-то рядом расцвела трава дурма. И можно все легко вернуть, вот только руку протянуть, но самого себя не обмануть. И можно все легко вернуть, вот только руку протянуть, но самого себя не обмануть. Даже в этой призрачной лагуне никогда не повторится вновь та трава из нашего июня, та травой поросшая любовь. А на лагуну опускается туман, рядом расцвела трава дурма. И можно все легко вернуть, вот только руку протянуть, но самого себя не обмануть. И можно все легко вернуть, вот только руку протянуть, но самого себя не обмануть. Рядом расцвела трава дурма, и можно все легко вернуть, вот только руку протянуть, но самого себя не обмануть. И можно все легко вернуть, вот только руку протянуть, но самого себя не зато мы земляками, здесь будем веселиться до утра. Гостиница моя загу-загульная, ты жизнь моя разгу-разгу-разгульная. Я погостить приехал к юности своей, до краев долей, Праги не жалей. Гостиница моя загу загульная, ты жизнь моя разгу-разгу-разгульная. Давай с тобою, девочка залетная, вспомним о годах, прожитых годах. Гостиница разгульная, здесь нынче все не так, ни девочек, ни свадеб, ни драк. Здесь больше не гуляют, а время нас ломает и расставляет по своим местам. Здесь больше не гуляют, а время нас ломает и расставляет по своим местам. Гостиница моя загу-загульная, ты жизнь моя разгу-разгу-разгульная. Я погостить приехал к юности своей, до краев долей, Праги не жалей. Гостиница моя загу-загульная, ты жизнь моя разгу-разгу-разгульная. Давай с тобою, девочка залетная, вспомним о годах, прожитых годах.
моя, загульная. Ты жизнь моя, разгульная. Я погостить приехал в юности своей, до краев налей, браги не жалей. Гостиница моя, загульная. Ты жизнь моя, разгульная. Давай с тобою, девочка залетная, вспомним о годах, прожитые года. По-своему правы, а если мы правы, доверься судьбе. Дорога налево, дорога направо, я сам по себе, ты сама по себе. Дорога налево, дорога направо, ты сам по себе, ты сама по себе. Заметь,
по себе. Я сама по себе. Мое отрада, моя награда, дороже кладом.
Да, я знаю, ты сейчас уйдешь. Ты уйдешь, чтобы никогда не вернуться. Но прежде чем уйти, послушай, я хочу сказать тебе всего несколько слов. Знаешь, давным-давно верила я в любовь, верила до конца любым твоим словам. Знаю тебе сполна цену высоких слов. Замок моей любви, как сон растает сам. Пусть в наши окна стучится грусть. Пусть улетел жар птица, ну и налетались мы в облака. Но стало тесно в твоих руках. Холодно мне с тобой, но на душе светло. Больше мне не гореть в огне бездонный глаз. Небеса видны, время уже прошло, чтобы расстались мы не завтра, а сейчас. Пусть в наши окна стучится грусть, пусть улетел жар птиц. Мы в облаках, но стало тесно в твоих руках. Пусть в наш окна стучится грусть, пусть улетела жар птица. Молодец в твоих руках. Знаешь, давным-давно верила я в любовь. Но теперь прощай, все в прошлом, но и пусть. Но теперь прощай. Полумесяца брать, а эта девушка меня в сумму.
сердце мне покойно. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне покойно. Разбила сердце мне, покойно. А эта родинка меня с ума свела. Разбила сердце мне, покойно. Зачарованно читали мы, красивый день закончился.
все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Оставив незаконченный роман в парке на скамье. Девочки красивые, сладкие, как мед. Здесь крутые рестораны, все набитые карманы, ночи напролет гуляют весело живут. Здесь крутые рестораны, все набитые карманы, ночи напролет гуляют весело живут. Жан-Мазо, город мой, мы живем одной семьей, и один лишь мир всем хранишь. Ты горишь огнем ночи, тебе верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь. Ян-Мазо, город мой, мы живем одной семьей, и одним лишь веру всем хранишь. Ты горишь огнем ночи, тебе верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь. Нация, мазовчане говорят, об этом много песен, света, видимо, не зря. Там, в далеком Белевиле, все веселые мотивы, песенки мазовские ласково звучат. Там, в далеком Белевиле, все веселые мотивы, песенки мазовские ласково звучат. Жан-Мазо, город мой, мы живем одной семьей, я ты лишь веру всем хранишь. Ты горишь огнем ночи, тебе верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь. Жан-Мазо, город мой, мы живем одной семьей, и одни лишь веру всем хранишь. Ты горишь огнем ночи, тебе верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь. Здесь крутые рестораны, все набитые карманы, ночь напролет гуляют весело живут. Здесь крутые рестораны, все набитые карманы, ночь напролет гуляют весело живут. Жан-Мазо, город мой, мы живем одной семьей, и один лишь мир всем хранишь. Ты горишь огнем ночи, тебе верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь. Жан-Мазо, город мой, мы живем одной семьей, и один лишь мир всем хранишь. Ты горишь огнем ночи, тебе верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь.